Всем привет! Мы едем снимать клип для нашей команды. Дима будет тоже участвовать в этом клипе. Возьмем оборудование с собой. Мы приехали. Съемки будут на фотостудии. Дима, пойдем? Заберем все аксессуары с собой. Дима, забирай мяч. Так, заберем оборудование. Нам надо на второй этаж попасть. Так, Дим, слышен смех где-то, нам, значит, сюда. Где-то тут наши. Так, идем на смех. Всем привет. Пойдем, Дима, готовиться к съемкам. Где туалет, они сказали? Прямо. Прямо туда. Да, прямо здесь. Во, причесались маленько. Отснимем сейчас конкретно, да? Конкретный клип будет. Все, готовимся, все ждем. Сейчас все в процессе подготовки у нас. Общий план у нас идет. О, какое крутое сердце у тебя. Человек с большим сердцем. Девочка, давай, пирог кидай. Дима наигрался, а спина заболела у дедушки. Отлично. Еще разочек. Нет, надо кинуть. Манекен челлендж, да ври. Вот так вот ты держишь, ты просто накинь. Не, 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 Саша, посмотри, там монтаж снимает. Молодец. Отлично, да, все сняли? Стой, Дим, не двигайся пока. Или что, он все уже в другую позицию, да? Не, не, сейчас все. Надо его бодиками прибить пол. Разными ракурсами. Гвоздями прибить. На деда смотри. Ну-ка покажи. А, как, вот так? Прошло 2 недели с того момента, как мы сняли Диму в клипе. Вот, и продолжаем съемки. Сейчас я еду в заведение под названием Black Room. Там будем снимать продолжение клипа. Ну, точнее, не продолжение, а другие сцены для клипа. Ну все, благополучно добрался до Black Room. Вся наша команда здесь. Еще не вся. А, почти вся. Еще не вся. Ожидаем еще. Еще пару ребят. Еще пару ребят. Привет. Так, давай мне что-нибудь. Я проведу. Можешь свое взять. Раз. Давай вторую тоже. Короче, два. Сейчас засветим все. Заснимем. Будет. Офигенно. Да? Вот. Давай еще что-нибудь. Аппаратура, даже колонка идет. Ну, я думаю, она нам не понадобится, там есть. Будет много света, да? Столики надо. Ага. А я не знаю, столы нужны, будет не нужны. Что, все убрать надо, да? Да. Давай. Вован, снимай, давай. Давай. Привет. Снимаешь, привет. Темно только, не видно ничего. Привет всем, да? Всем привет. Когда с пустыми гнездами играют, то это совсем не очень. Так, может, лобанем? Залобаем.
Место. Занял место. Встал на свое место. Так, вторая гитара, ты промеж. Вот здесь, да? Ближе к барабану. Еще? Еще. А Влада где будет? Сейчас посмотрим. Так. Барабанчик, сядь, пожалуйста. Да, нет, еще к барабану. Еще чуть-чуть? Да, чуть-чуть. Эдик, ты немножко сдвинься к Саше. Эдик, сдвинься. Всех поставили. Еще прям и ближе можешь прям на меня. Димаса не видно даже. Я тут. Я есть. Я здесь, я с вами. Вот и закончили съемки. Для моего репортажа, ну что-нибудь скажи. Все, убираем инструменты. Зачехляем. Зачехляем. Убираем освещение. Освещение тоже надо. Да, надо забрать. Как только выйдет наш клип, я оставлю ссылочку в описании обязательно. Посмотрите. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.